Здравствуйте, друзья! Я сейчас в теплице, и мы с вами посмотрим, какой сорт редиса показал себя лучше всех. Редис Виолетта от компании Партнер. Давайте вытащим. До очень крупных, конечно, я не дождалась, потому что каждый день мы едим салатики. Редис я беру в салаты. Но этот редис мне понравился. Ботва у него не слишком большая. Плоды хорошие, не приторные, не слишком острые. Так, примерно. Из того редиса, который у меня есть, я бы поставила ему 4, четверочку. Четверочку также я бы поставила редис кис-кис. Всегда сажу его каждый год. Никогда не подводит. Редис вырастает средненький. Так. Вот он редис кис-кис. Семена его стоят недорого. И не хуже, чем Виолетта от компании Партнер. Но опять же говорю, выращиваю я не на камеру. Выращиваю для себя. Из-за этого каждый день я беру редис. С этого он у меня не такой крупный, как хотелось бы. Не успевает дорастать, как говорится, до крупного размера. И редису кис-кис я бы тоже поставила 4. А вот поставила бы я 5 в этом году редису Вена. Давайте покажу, как выглядит этикеточка. И он на 5 посажен был 1 апреля. Мы его едим уже 2 неделю. И он прекрасный, прекрасный по вкусовым качествам. Просто на 5. И по виду небольшая ботва, не очень крупная. Редис хороший. Посмотрите, какой красивый. Яркий. А главное, его вкус. Он не приторный. Даже ребенок ест этот редис. Смотрите, какая красота. Вот этому редису определенно поставлю 5 и посажу его на следующий год. Вот я вчера я собрала редис, мы делали салат. И вот за ночь он уже подрос. Вот эти новенькие редисочки, которые вчера я не выбрала. Сегодня уже можно скушать. Вообще красота. Сорт Вена, возьмите на заметку. Очень хороший сорт. И тот редис, который я разочаровалась, это редис от компании Уральский дачник. Шустенок. Это ботва. Просто огромная ботва. Давайте я выдерну то, что получилось. Вот. Был посажен он 23 марта. Это, конечно, есть и невозможно. И вкусовые качества, он очень горький. И тут есть и буквально нечего. Очень разочаровал. Хорошо, что у меня есть курицы, потому что вот это все сейчас я нарежу и пойдет курицам в корм. Шустенок. Разочарование. Прекрасно растет шпинат. Тоже от 23 марта посаженный. Листики хорошие. Сорт дубачок салатик от компании Партнер. Тоже в марте, в конце марта посаженный. Наращивают листы. Самосевка растет в проходе прямо. При этом не хуже, чем под пленочкой. И виноград. Виноград это Алешенькин. Посмотрите, какие заложились грозди. Классные. Придется, наверное, конечно, часть их убрать, потому что виноград очень еще маленький. Одна веточка всего. Но очень порадовал тем, что посмотрите, какой он хороший. Ну вот, друзья, на этом все. Обратите внимание на редис Вена. Очень прекрасный. Очень хороший. Главное, что вкусный. Всем пока!